Всем привет! А вот и третья часть по полевой кухне. По кухне такой полевочке, мышка-полевка, такой танчик М56 Scorpions. Scorp. Hunter. Hunter. Значит, у меня еще тут написано какой-то Hunter. Так, весь замаскированный, все, девки на месте, все, каши все на месте, блять, компоты, все дела, все. А разведывательные всякие штуки, все включено. Все, поехало. Кухонка поехала работать. Раздавать пищу. Вот такой вот пищеблок на колесах. Там, блядь, несколько смен, там сидят, там девки, блядь, там Люська, Танька, Наташка, там, блядь, Зойка, там все, блядь, там, короче. Вот они периодически, как и в прошлых сериях, как я уже рассказывал, они и кашеварят, и компоты раздают, и одной ногой там туда, ногой другой туда, блядь, там, кому нальют, блядь, там, похлебки, в общем, и пожрать дадут, и еще и плюху кинут, то есть, мало ли, еще у них, чтобы отстреляться, ну, то есть, мало ли, если нападет враг внезапно, то у них, помимо того, что они девки красивые, у них еще есть такое оружие, как вот, пушенция такая, вот, большая такая пушенция. Небольшая такая зенитная установка. Опа! И причем все нормально у нее. С пробитием все хорошо, видать. Потому что она так хорошо пробивает как и СТ, так и ТТ. Так, правда, конечно, надо выцеливать однохуйственно. Ну, сейчас он, пацанчик, конечно, ебашится на голде. На голде, на елде. Ну, понятно, все, конечно, вот эти фиолетовые, все, кто имеет охуенную статистику, они вообще не шарят в снарядах. Они вообще нихуя в снарядах не знают, кроме того, что есть, блядь, голда, нахуй. То есть, блядь, за желтенькие монетки есть снаряды, и все. Больше они вообще нихуя не шарят. Остальное у них как-то автоматически ставится. ББ у них ставится просто автоматом, блядь. Сама игра им как бы подкидывает, нахуй. Типа уж ебаный косоеб, нахуй. Ты хоть, блядь, используй иногда хоть и это. В общем, хуй просышь. Вот в таком вот разрезе. А у них вышел, значит, у них такой взвод из двух светляков. И вот этот скорпион, он вообще непонятно. Это, блядь, какая-то ПТ такая, блядь, ПТ-шечка. Башня вроде как крутится, сам вроде как, блядь, и брони нету, блядь, стреляет метко. А тут, в общем, хуй просы, сейчас какие-то танки, в общем, стали делать. Непонятно такие, блядь. Сейчас как, взять, например, гриля, блядь, тут вообще курица, нахуй, ебать. Она носится быстрее, чем ЛТ. А, блядь, броня, нахуй, как у ЛТ, стреляет как ТТ. Хуй просышь, короче, а вообще это ПТ, блядь. Ну, в общем, вообще сейчас непонятно, что, блядь, с танками происходит. Или, блядь, как взять, например, такой танк, как Т-49. Он вроде бы как и ЛТ, но фугасница, как у хорошей либо ПТ, либо арты. Какое-то блядство какое-то вообще непонятное, блядь. Вообще какие-то эмбрионы пошли танки, поэтому вот это вот, блядь, да, полевая кухня, вот это тоже какой-то эмбрион. А, хуй просышь, тут, короче, смесь. Чего тут только не намешано, блядь. А, меткость вроде бы как, блядь, блошиная, ну, то есть такая грилевская блошиная, это хорошая, блядь, целкость. Пробой нормальный, наверное, как у, блядь, какого-нибудь, наверное, хелката, блядь, наверное, какого-нибудь такого среднего СТ. Вот, блядь. А брони тут не то, что тут брони нет, вообще танчик сделан изначально из пластмассы, изначально, блядь. Вот, поэтому, естественно, а какой тут может быть идти речь брони? Нет, тут нету. Скорость неплохая, скорость как у ЛТ. Ну, такого среднего ЛТ, не самого быстрого, но нормального. Вот, так что вот так вот дамажит, блядь, стоит потихонечку и не светится нихуя. Стоит, всех ебашит, нихуя не светится, вот такой, в такой курточке девки вот сидят все, в красивых полевых курточках. Хуя такие ебашат. У них вообще тормоз, блядь, у них вообще пиздец, блядь, какой-то уебан, блядь, вот это нахуй, это пиздец. ТТ вообще сейчас очень сложно все, блядь, все очень сложно, что, блядь, у себя в команде, что у противника сейчас в рандоме, хуй просышь, на ТТ сидят какой-то, блядь, какой-то пиздец там, блядь, сейчас сидит, нахуй. Как вообще на многих танках. Не знаю, что сейчас происходит, поэтому, блядь, вот такие вот ребята, блядь, с умелыми руками, не из жопы, они вот просто выезжают и фармят, блядь, чисто себе фармят. А и КПД, и хуе-д, и серебра, и все на свете, блядь. Ну, им как-то до пизды, они на это все не смотрят, блядь. У них ебаная туча, нахуй, голды, поэтому им до пизды. Ну, вот такая вот, блядь, вот зенитно-ракетная установочка маленькая. Заебашенная так под кашеварню сделана. Поэтому ее как-то никто не боится. Всем как-то до пизды. Какое-то затишье идет, блядь. Ч-ч-ч-ч. Немножко так передернули, блядь, затвор, нахуй. Так-так-так, погнали. Что-то тишина какая-то гробовая. Опа, вот Фьюри. Фьюри, блядь, там, Фьюри какая-то едет, блядь. Фаерфлей, блядь, хуяк, блядь, на, нахуй, тоже непонятный танчик, блядь, Фаерфлей какой-то. Ну, он давно уже, правда, в игре. Ну, его как-то просто редко вижу. Так, отлично, блядь, еще ВК проебашили. Ой, вот так вот, просто пацанчик стоит в кустах и наебашил уже 3000 с хуем, плюс 3 фрага. То есть, молодец вообще стоит, вот просто похуй. И потихонечку ебашит. То есть, значит, мы понимаем, что заметность у этого танка просто, вернее, не заметность, это маскировочная, блядь, маскировочный коэффициент просто неебистический. А, как
как в цифрах, не знаю, так, наверное, называется, неебистический коэффициент маскировки. Наверное, он так и написано у них в офисе, блядь, в Wargaming. Так и нахуячено. Они говорят, какой коэффициент? Он говорит, напиши просто неебистический. Понятно. Ну, потому что там хуй просышь, блядь, его никто не видит. Он просто хуячит и все. Налево, направо. Даже при выстреле, я так понимаю, что он даже этот коэффициент и не теряет. Своей прозрачности. Он просто, сука, слился вместе, блядь, с травой. Это на хищник, блядь, это наподобие какого-то хищника, часть третья, блядь. Да. Правда, внутри танка уже не Шварценеггер, нахуй. Вот. Вот так вот, блядь, весь бой, короче, на одном месте. Такая арта, блядь, такая, нахуй. Мини-арта. Ну, если бы это была мини-арта, она бы имела значение этого уровня, блядь, наверное, меньше, наверное, какой-нибудь, блядь, там, третьего-четвертого уровня. А здесь все-таки седьмой уровень танка, поэтому, блядь, нихуя. Поэтому это хорошая ПТЛ-ТСТ. ПТСЛ-вот. Это, вот, кто это, блядь. Кто этот танк. Вот опять Стоялова, значит, то есть, блядь, вот, как обычно, блядь, на картах, блядь, сейчас сплошное Стоялова, блядь. Пиздец. Вау. Есть, никого не видать, все стоят на одном месте, ждут, когда время кончится. О, наконец-то, блядь, кто-то дернулся, кому-то дали пизды, ага, этого подсветили, он сразу на съёбы, все. Ну, естественно. Потому что если этому танку въебать, то, конечно, там останется только если поварёшка, и то, которая будет впечатана, блядь, в землю, нахуй. Смятая такая. То есть он сделал круг, сделал вид, что он съебался. Вот возьмите на заметку, кто будет в противоположной команде стоять с другой стороны. То есть, вот как делают, блядь, правильные игроки. Он сделал вид, что он съебался и встал обратно на то же место. Ну, то есть никуда он, в принципе, и не собирался съебывать. Вот умная, блядь. То есть это такая тактика. Охуенная. Вот такой вот, блядь, танчик. Вот такая вот игра, блядь. Вот такая стоячая, нахуй. Эти уже просирают. Ну, как обычно, блядь. Как обычно в таких вот, нахуй, стоябельных боях. Кто-то просирает, кто, блядь, кто меньше на себя маскировки одел. Вот. В таких боях по жизни такая залупа. У кого меньше маскировки, тот и просрал. Ну, это сейчас стратегия такая, блядь, уже в танках, блядь, нормальная. На многих картах уже работает такая стратегия. Поэтому один пидорас едет сливаться, нахуй. А сливается и тем самым палит кого-нибудь там, двоих разъебаев, у которых маскировка не прокачана, блядь. Всех разъебаев разъебывает. И вот так вот, жертвуя одним человеком. Блядь, гамбит, ёпта, турецкий гамбит, нахуй. Я охуеваю. Вот так вот, блядь, и играем в танки. Вот такие теперь тактики, стратегии. То есть у этого 820, блядь, ХП, а он до сих пор подсыкает, нахуй. Хули, потому что ему может въебать арта, нахуй, или гриль. Ну да, блядь, гриль тоже арта. Так, а вот здесь уже подсветили двоих, то есть вот один сдох, блядь, засветили двоих, блядь, оп-оп. Чик такой, обманный маневр. Одного на двоих. Этот, блядь, гиви что-то ищет, хвостом ворочает, блядь, всеми своими кашалотами там, нахуй, что-то зондирует, ничего, нихуя не увидел, молодец, блядь. Простоял, мозги проебал, пизды получил, поиграл, называется. Называется, поиграл. Теперь гриль стоит, блядь. Опа! Домашка не прошла. Это уже давно такая хуетень, когда можно человека забрать ваншотом, домашка не проходит полностью, остается где-нибудь 10-20 хп. Ну типа, ну ладно, сука, ну пусть чуть-чуть поживет, чуть-чуть, блядь, пусть поживет, нахуй. Ну, дают такой шанс, блядь. Особенно вот те, кто вообще играть не умеет, у них вообще какая-то странная выживаемость какая-то, просто неебистическая. Опа-па. А еще и конец боя, вот так вот. Вот допизделся, нахуй. 4700, в общем, блядь, там. И воин, и мастер, и почти 5 косарей, нахуй, домашки. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.